как хорошо команду физически подготовить, как она сейчас вообще команда самочувствие? Да, ну, конечно, следующий въезд будет очень тяжелый в календарь. Ну, в принципе, что ребят сейчас очень хорошей формы и правильной подготовки, то вот этот выезд. И на выезд, когда мы сделаем тренировку, мы играем, очень важно это восстановление для каждого человека. Как мы кушаем, как спал и какой тренировка сделаем. У нас тоже хороший тренерский штаб есть, и мы разговариваем каждый день, что надо делать. Больше тренировок, меньше, посильнее, помедленнее. Как все-таки, если говорить о восстановлении, как оно проходит, в том числе, какие упражнения, может быть, делаются, на что больше акцент? Ну, каждый день, в принципе, у нас все места делаем много вариантов для разминки, много вариантов для силы, мощность, взрыв, залы. В принципе, это, через день мы посмотрим, как результат было и что надо больше восстановления или больше нагрузки и должен работать побольше, в принципе. Начнем с того, что как настроение, как физическое состояние, потренировались, к выезду готовы? Ну да, в целом думаю, что команда хорошо провела выходной день. В принципе, к выезду, думаю, все готовы. Сегодня была небольшая тренировка, так что, в принципе, готовы ехать на выезд. Тяжелый выезд предстоит. Да, как раз таки о выезде. Сам как считаешь, насколько он будет тяжел? Потому что, во-первых, 4 матча, очень мощные соперники, плюс это восточные соперники в основном. А как вообще, что ты скажешь о выезде? 4, наверное, таких лидера лиги на данный момент. Очень тяжелые игры предстоят нам. В принципе, я думаю, то, что мы физически готовы, эмоционально тоже готовы. Поэтому будем стараться побеждать все матчи и забирать свои очки. Как сейчас вообще физическое состояние? Потому что мы сейчас с Матисом разговаривали. Как по самочувствию? Потому что игры через день. Он говорил, что много большой акцент делается на восстановление. Как себя сам физически чувствуешь? Ну, физически чувствуем себя хорошо. В принципе, думаю, то, что восстановление проходит правильно. Это в зале, это растяжка, там какие-то процедуры у врача. В принципе, думаю, все эти ребята себя чувствуют хорошо.